Так, ну что, ребят, мы снова с вами. Всем привет, 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 привет. И снова, 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 снова привет. Я настолько заигрался на фанах, что даже еще не успел вас тут поменять потихоньку, да помаленьку. Но я думаю, это я сейчас быстро все дело исправлю. Так, значит, формат С против экспрессов у нас сейчас встречается. Мапу они начеркали в ВВГ, довольно-таки потная мапа будет для ребят, особенно в обороне, придется растянуться. Ну а как работает у нас формат С в атаке, мы уже с вами наблюдали. Здравствуйте, приехали, Point Blank, ты где? Все. Ты ready не нажал, Макс? Да я нажал ready, все уже. У меня просто где-то что-то Point завис. И такой чисто, не-не-не, Макс, ты сейчас сыграть не будешь, я тебя сейчас крошану еще, подожди. Не дай бог. Да, ну что, подготовка к началу игры, я уже здесь. Ха, вы там не играете еще, нет? Да нет, у нас тоже подготовка идет, так что все. Все, шикарно, я успел, интернет, one love. Так, ну, все, шикарно. Сейчас будет у нас месиво на мосту, ребята на живой. И пошли уничтожать. Ну, как обычно, на М7, все по стандартику. Что у нас Экспресс. По ростерам, Макс? По ростерам? Ну что ж, могу для начала сказать, что у нас сейчас с вами последний или не последний матч, пока что без понятия, мы сами не знаем на сегодняшний день. И встречается формат С против Экспресс, которые только что развалили на ножах. Да, там просто парни, знаешь, что толпой затыкали, наверное, 4 руки там просто. Парни. 4 ножа, да. Ладно, ну что ж, за команду формат С играет Ренза, Вэк, Твинья, Лапа и Лакос. Но за команду Экспресс, и куда они у нас так ливают-то? Запись дерзко. Видео заново. Да, видимо, запись видео. Это играет Дазл, Дирижер. Так, а, да, вот Дазл, Дирижер, Пуш. Еще у них, по сути, есть Хагрид в основе, но я не успел толком прочекать, кто еще у них играет. Хеллоу я видел. По-моему, сидел, да, у них, и фрифарм. А, нет, Твайс еще сидел, вот. Твайс. Неужели так? Надо же заходить сразу с записью, видео, ну. Вот такими молодцами быть. Кстати, Дазл, на Дазла посмотри. Че, где? О, варенье. Делюкс, красавчик. Олег, дузлище. Дузлище, боже мой. Парю где хочу, законом не запрещено. А вообще-то уже в 13 странах мира запрещено. И то же самое у нас в России ведется. Что ведется, кого ведется? Вот это, парю где хочу, законом не запрещено. Это этим, типа, как они? Вейперы. Вейперы, ну. Да, это уже запрещается законом. Потому что продукт не сертифицированный. По сути, вот эти, как это их называют, боже мой. Ну, электронные сигареты, проще. Мини-кальяны. Вот, Hello у нас подтянулся, и ждем последнего Твайса, который к нам слетит. И мы с вами начнем ВВГ, кстати, хорошая карта. Большая, просторная, есть куда развернуться. И заметь, Макс, у нас с тобой не было сегодня ни разу повторных карт. Да, это просто радует. Да, нет одного мида или ДЦ, ну и тому прочее. Одной и той же карты. Так, Твайс там. Так, вот Твайс у нас пришел. А вот я пока что в готовности. Сейчас попытаюсь узнать у нас за следующую игру, что там да как. Узнавай. Это будет даже очень-очень хорошо. Тик. Тик-тик. Ну что, гоу или не гоу? Ну, сейчас там у нас Twice снимает инвентарь и готовность. Так, экспрессы у нас остаются на обороне. Будут принимать своих оппонентов. Ну что ж, в принципе, это их право. Ну, решили, скорее всего, за слабую сторону отыграть с самого начала, взять здесь по максимуму раундов и потом уже идти гасить на атаке. Я думаю, форматы у нас сейчас сразу же определят вектор атаки. Это будет альфа, ну или же бета. У нас других вариантов не дано, в принципе. Будут заходить винт, ЦК, ну или Тэшка, не знаю. Да. Ладно, окей, посмотрим.
как ребята у нас будут действовать. Лапень у нас уходит под Т-шку, а пока что ребята у нас прямиком пошли по мосту. Там у нас Дазл пытается принимать своих оппонентов. 100 хитпоинтов у него пока что остается в запасе. Есть перестрелка, и Рензу моментально снимает ему голову. Шикарно. Шикарно пока что, да, и такую быстренькую инфу. Четвертой игры не будет. Так что это последняя игра. И у нас твоя сделала перемещение под Б, это уже находится на катушках. Какие? А уже в план Б сам зашел и задуалил своего 93. Вот тут он Суска будет принимать. Еще так очень интересно сел. Скорее всего, чекает его от третьего лица. Уже полностью заняли дом. Пуш также делает смещение. 38 хп у него остается. Боже мой, накаляет его Ренза там очень-очень сильно. От Васи есть хороший минус. Это уже в бете все дело происходит. Успели его начекать. Есть инфан. Ну и тут уже Лакост на подхвате. Лапень пока что не стремится заходить в бету. Пуш. Есть первый килл, его исполнение. И два лапа. Остается. Лапа теперь начинает действовать. Есть второй минус уже от лапы. И остается дирижер. Он слышит то, что за спиной дирижер. И минус. Первый раунд улетает в копилку коллектива формат С. И заметьте, все ваншоты. Да, Лапень просто молодцом. Ну, в принципе, что тут, 100 хп ваншотить. У него, я не сомневаюсь, то, что стоят трассеры. И просто раз-два и минуса. Так, окей. Пока что ребята никак не собираются менять свои позиции. Теперь Твини вырубает Дазла из этого раунда. Дирижер перетягивается через перемычку уже под бету. Но там уже заход на вердом. И, собственно, через дорогу ребята будут действовать. Скорее всего. Посмотрим, посмотрим. Там дирижер на дороге. Да еще и Хэллоу делает смещение. К нему на помощь приходит. Но дирижер пока что и сам справляется. Со всеми своими противниками. Ты не успел минусануть, а вот остальные не хотят лезть. Еще и Пуш сделал смещение. Это уже сразу втроем будут оборонять бету полностью. И Рензо до сих пор еще. Лапень, смотри, в Т-шку пошел. Сейчас будет в Альфа заходить, а там один Твайс остался. И Лакосты на винтах находится у нас. А, нет, он уже он спустился. Он на мидл. Он тут может минусануть очень хорошо. Да, да, ну, тут от Лакоста и Вейка. Отлетает Пуш и дирижер. И 2 в 4. 2 в 4, хеллоу. А, у нас еще и Твайс под беты. У нас сразу оба. Альфу решили продать. Да, там и уже тут... Лапень потихоньку работает. А нет, Твайс, смотри, ты какое смещение делает коварное, но Рензо все-таки получше оказался в этом игровом моменте. Ну и хеллоу остается последний. 83 хитпоинта, подъемные винты. Ну тут дело такое. Рензо, встречай. Встречай своего противника. 2-0. Как-то, с одной стороны... неплохо. То есть, конечно, растягивают раунд формат, это видно. Им это даже на руку как-то. Они пытаются где-то фейкануть, где-то лапы под альфу что-то уходит. Я вот чую, тут будет фаст раунд. Тут будет фаст раунд сразу на заход. И вот этого вряд ли ожидают сейчас. Да! Ой. На фаст будут заходить. Экспресс. Ну, Рензо полетел у нас вперед, отсекся. Лапень моментальные размены вместе с Вейком. Есть неплохие минусы. Альфа уже под контролем коллектива формат С. 6 хитпоинтов у лап не остается. Дирижер тем временем минус по Вейку. Работа в двойке, есть перестрелка. Не попал по своим оппонентам, к сожалению, Лапень. Пуш тем временем минус по Лапню. Лакосты моментальные размены, есть перестрелка. Ну что, Твиня, сможешь забрать еще одного своего оппонента? Дазла, есть перестрелка, хорошо, есть минус. И это третий раунд в копилке коллектива формат С. Лакост там уже стремился даже бомбу ставить. Да. Быстренько, быстренько. Тут сразу на фас играли. Это такое дело. Пока что у нас опять с участием форматов крушительная игра идет. Ну, посмотрим, как у нас будет далее. Дазл у нас опять же пытается продолжить свою неудачную карьеру на мосту. Есть неплохие перестрелки, отбрасывает ХАЕ, но они, в принципе, эти перестрелки особо результата такого не дают игрового. Ой-ой-ой-ой, а дирижер-то очень сильно спалился, нет. Успел выдать голову по Лакосту, у самого 19 хп остается. Пуш тоже 77. Опять перетяжка под бету, ты смотри. Да, а лапа там остается, но Твайс еще остается под альфой, так что... там не будем мешать колоду с кровью. Дирижер есть минус вместе с Дазлом. И ситуация уже 2 в 5. Твиня вступает в дело. Неплохо на медля отыгрывает. Также Пуша забирает. Но у него мало хитпоинтов было. И вот тут очень важно, как лапа зайдет. На самом деле очень важно. И хеллоу. Да, Твиня забирает. Ну что ж, лапа. 1 в 3. Будет очень потно. Тут будет смешно, если он... А, нет. Все-таки не выдаст банку. Но тут... друг друга пытаются. Вот, да. Куда он денется?
Ну что, берданка в руках этого парня. Это его родной девайс, но... Ай, hello, ловит моментально голову лапня. И этот раунд падает в копилку коллектива Экспресс. Молодцы, ребята. Так, следуем далее. Что у нас тут происходит? Как ребята будут действовать? Рензо и Вейк опять же уходят у нас на мост. Там Твиня. Есть перестрелка против Дазла. Лакоста будет работать по миду. Лапень по-прежнему работает в Т-шке. Ничего пока что у Лапни не меняется. Как был там, так и остается. Ребята потихоньку фейканули то, что это бета. Сейчас моментальная перетяжка будет под Альфу. Пуш тем временем выдает опенфраг по Лакосту. Рензо работает по миду. Пуш готовится принимать своего оппонента. Но пока что особо не получается. Есть перестрелка. Моментальный размен. Хорош. Рензо от Вайс тем временем минус по Вейку. Лапень готовится принимать своих оппонентов через ширму. Боже, как он крутит, это просто шикарно, Макс. Да, я знаю, что можно наблюдать, как горит огонь, как течет вода и как крутит лапа, и Твайс вместе с Дазлом напоминает о себе. И лапа как раз последняя остается, 100 хп, ну, а тут уже против четверых, тут уже 3-2. Ну, сейчас не будем скрывать возьмет, это, ну. Вырубит четверых, что ты? Ну, это ж лапа. Это лапа, я не спорю. Никто и не спорит, но Твайс, конечно, ну тут можно Твайса забрать, если, конечно, не рандомная голова выскочит по лапе, но тут Мансуй, да, тут уже и на прошиву работают, неплохо. Дирижер пока что отрабатывает свои потрошки. И мансы, тут страшные мансы, мансы-танцы какие-то происходят, у лапы нет особо много пространства, чтобы как-то грамотно развернуться, единственное, это или боковая, или тэшка, ну и тут чек от третьего леса происходит, да. Хоть немного, но снимает хитпоинты, ну и, естественно, остается 64, можно еще подраться, но дальняя дистанция дает о себе знать, и дробовик не самое лучшее средство для этой болезни. Пытается дирижер как-то цепануть, там буквально пиксель какой-то с этих... Уже просто все, я так понимаю, застыли в ожидании, что же будет далее. Лапень все-таки проходит, ну вот сейчас, если бы не промахнулся, было может бы и массовый минус, да, массовый, и остался бы один на один против дирижера. Ну, по дирижеру инфа у него была 3-2, ну, в принципе, лапа пытался, но пока что игра у нас идет довольно-таки захватывающе. Молодцы ребята, как коллектив Фармаце, так и коллектив Экспресс, показывают неплохую игру, хороший прессинг, хорошая оборона, посмотрим, как они у нас будут действовать далее. Лакост, моментальный выход из винтов, минус от дирижера, дубль от дирижера в этом раунде, молодцом парень. Лапень по-прежнему работает в тэшке, пытается принять своих оппонентов в плейнто, есть, хаешки забирает Вайса, есть выход из тэшки, я уже потерялся, забирает дирижера, но тут просто моментальные размены, пуш и дазл выбирают двоих своих оппонентов, просто их наказывают, и это 3-3. Ну, там очень жестко. Там, на самом деле, Хае очень много чего решила. По крайней мере, с выхода на боковой. Там просто заставили выйти. Просто заставили. Ребята, из-за сейчас будут действовать, все, как в прошлый раз. Смотри, смотри, извини, перебил. Да, работают, как в первые разы. Просто по мосту и по миду. Но посмотрим, как у них сейчас это получится сделать. Мне кажется, экспрессы более разыгрались, уже проснулись. Очухались. Сейчас будут принимать более жестче. Ну, они уже почувствовали игру, вот этот дирижер опять дирижирует своей командой. Есть от него первый минус по Рензо. Вейк еще может как-то задать борьбу в доме. Там есть минус от Винни. Пуш, размен, все гладенько, все четенько. Дима также пытается сделать ошибку на мосту, но пока что никто не высовывается на него. Лакост проход через мидл. Ну, тут на самом деле нужно как-то перегруппироваться, я думаю. Ребяткам из команды Экспресс. Твайса, конечно, одного оставили на Альфе. И они должны понимать, у Твайса должна быть инфа. Он должен был прочекать, а нет, лоу. Он не видел их. Тут на Твиню в упоре будут выходить. Да, каска слетает, бедный Твиня. Твайс забирает его, 75 хп. Лакост также размен выдает. По хеллоу, лапа вступает в дело. И пуш остается последним. 2-1. В принципе, все можно сделать. Тащибельно, так скажем. Да, в принципе, все играбельно. Фуловый против двоих своих оппонентов. Только вот оппоненты далеко не играбельные. Лакост и Лапень. Ну, Лапень сразу же штрафует пуша. И это четвертый раунд в копилке коллектива Фармаце.
Ну, тут такое дело, что-то напоминает небольшое такое ощущение дежавю, как предыдущий раунд, точнее, предыдущая игра, извиняюсь, ребят. Также свели 3-3, потом 4-3 и потом 6-3 закончили первую сторону. Лакоста тем временем с прокида забирает своего оппонента Твайс. Есть опенфраг, моментальный размен от Дазл по Вейко. Замечательно. Лакоста опять же пытается пройти по винтам. Есть встреча, здесь дирижер принимает. И хороший минус. Сразу же от дирижера стяжка под Альфу имеется. Лапень 100 хп, опять откид КЕ в плент. И коллектив Фармаце остаются втроем против троих своих оппонентов. Коллектива Экспресс это Хлоу, дирижер и Пуш. Дирижер Ред, Пуш, ну, в принципе, тоже родовый для дробовика. Это вообще ничто по сравнению с тем, что хпшечки-то фловые у нас только у Хлоу. А Рензу и Твини у нас, в принципе, на равных идут по 55 хп и еще Лапень фловый. Сложно, сложно. В закрытых стали. То есть сейчас не будут вылезать. Тут чисто на слух будут работать. Через винты у нас поднимаются потихоньку форматы. Вдвоем или втроем сразу. Нет, только вдвоем поднимаются. А нет, втроем. А нет, Твини еще у нас остался на медлу. Вдвоем поднимаются все-таки. Хеллоу также успели начекать, дали небольшую нашивку. Дали о себе знать. Дирижер пока что сидит у нас закрытую. Голову нагнул. Парензо! Иглоукалывающий массаж. Лапа размен. Хорошо летит дробь. Хороша летит грязь у Пуша. Твиня в упоре. Твиня должен забирать на восьмерке. Неплохо. Открыто бета. Хелло последний и лапа. Отработка по спине. 5-3. 5-3. Раунд за коллективом Формат-С. Последний раунд нас с вами ожидает. Первая половина матча. Ну, тут или 5-4, или все-таки 6-3. Очень важно сейчас с экспрессом это. Если будет 5-4, то с Они минимальным. вообще мост отдали. Смотри, смотри, Макс. Видимо, уже по дальфу. Но Ну, тут... тут Лакосты уже выдает опенфраг по Дазлу. Дирижер понимает то, что нужно хелповать уже как-то мид. Перетяжка от Вайса следует под бету. Но ребята по мосту уже тем временем проходят. Спуск на дорогу. Здесь будет перестрелка у нас. Там Твайс попытается принять своих оппонентов. Но это опять же будет довольно-таки сложно, поскольку ребята уже почувствовали то, что бета может быть в их контроле. Дирижер вышел у нас на мид, минусанул Лакоста и фейканул, типа слился он обратно на винты, а сейчас обратно на картах. Возвращается. Лапин идет по миду, сейчас будет перестрелка, встреча, ой-ой-ой! Это опасно, очень опасно. Ну, Макс, не знаю, куда упадет раунд. Пока что ребята идут довольно-таки на равных. Неплохая перестрелка идет у нас. Тут вообще целиком неплохой раунд. Тут еще лапа смещается через мидл. Твайс дает уже дабл килл в бете. Дирижер дает о себе знать. Что он на винтах зря он постоял все-таки, или будет сейчас играть на смещение без понятия, как у него там в голове это все крутится, а дирижер все еще под пятеркой находится, видимо, ожидает кого-то с мидла на винты. И Твайса, скорее всего, от третьего лица чекают. Нет, не чекают от третьего лица, все-таки решил сюда лететь, не как вор, мне-то мог лапу забрать, но ничего не получается, еще Твини делает подвор на перемычке и последний хеллоу. Остается на мосту 100 хп, ну, хеллоу, сейчас твои тиммейты... И твои поклонники, фанаты, ну просто скрестили пальчики и молятся, чтобы ты затащил этот раунд, ей-богу. Потому что раунд на самом деле очень важен. Или 6-3, или 5-4, это большая Да, разница. очень большая разница. Да, но тут Веня сразу в упоре готов принимать. Да. 2 хп. Ой, 18, 2 хп этого оставалось. Ух, лол. Я думал, все-таки успеет отобрать, но нет. 6-3. Форматы впереди. Ну что ж. В принципе, экспрессы знали, на что идут. То, что они выбирают именно синюю сторону. Ой-ой-ой. Максима, ты плюсик нажимал? Когда? Где? Ну, вообще, когда в игре плюсик нажми, который сверху у тебя. Я тебе такую подсказочку скажу. Вот где около минуса плюсик есть. Нажми на него. Отстань, а? Это очень классная вещь, поверь мне. Ты просто... Красненький такой, да? Не, ну просто плюс нажми, где еще равно. Сверху именно, где числа. Так, сейчас. Ну как в игру сейчас Но полностью да, я идешь. понял, я Как понял. игроки прогрузятся, нажми сразу. Я понял. Я думал, ты меня подстрекаешь, блин. Не-не-не-не, это классная вещь. Понял? А чё изменилось? Ники? Нет? А как убрать? В смысле, ники более-менее объемные такие, толстенькие. А типа минус это другое, да? А, ну все, я просек фишку. Сейчас я вам тут сделаю ники на весь этот, на Не весь надо на весь экран. только.
Ладно, пока там Макс все делает, в принципе, у нас экспрессы не спешат с каким-то рашем. Дирижер пока что у нас находится на медлу. Да и Твайс тоже в тэшке. Нагнетает обстановку. Единственное, это откинули дымовые и осколочные гранаты. Не более. Рейнза, конечно, очень сильно мансует перед Твайсом, но Твайс как-то фигово сыграл на реакции. Очень плохо. Хоть он изначально сидел в этом пикселе. Также от Рейнза есть минус. Пока что размены. Ой, какие размены. Тут пока что только чистые минуса. От форматов идут. Лакост очень красный, конечно же. Буквально с одним хп остался. С одним хп еще хеллоу может он на самом деле дожать до бетти. И Дазл также выдает ответочку. Лапинь уже забросил дробь по хеллоу. Оставил его 61 хп. Ну как так? Ты же видел его. Зачем? Ой, не знаю. Лапинь сейчас дико сфейлился. Лакост с одним хп стягивается под альфу. Хеллоу редовый, Дазл редовый. И дирижер остается у нас фулл. Вейк и Твиня фулловый и Лакост редовый. В принципе, по хитпоинтам все довольно-таки играбельно. Дирижер стягивается у нас на боковую. Здесь будет встреча с Лакостой. Но эта встреча увенчалась неудачей для Лакосты. Дирижер его вырубает из этого раунда. Твиня будет моментально принимать своих оппонентов. Своего оппонента, прошу прощения, дорогие друзья, с боковой. Но там пока что так чисто все задымили с помощью бочки. И дирижер сидит 74 хп. Есть пристрелка. Твиня от бетона забирает хеллоу. Здесь пытается дирижер проходить. Моментальные минуса просто раз за раз. И этот раунд у нас уходит в копилку коллектива формация 7-3 у нас уже, дорогие друзья. Ну, как-то пока что обидно экспрессом, довольно-таки обидно. Да, я думал, все-таки будет какая-то баталия. Хотя вот насчет экспрессов я не буду тут ничего гадать. Вот все-таки они могут побороться, это не прошлые матчи, честно скажу. Поэтому сделать да, какие-то выводы. Я согласен с тобой, то, что экспрессы более сильнее. Извини, опять перебил, что-то у меня нормально, пошло. Это нормально. Ну тут Рензо, извини, я тебя уже перебиваю. Тут Рензо просто проходит. Можно третью голову выставить на показ, но пуш. Пуш все-таки останавливает его. Да и Вей, кстати, тоже у нас 193 уже готов на поджим сыграть. Да, отомстил все-таки за своего. Хеллоу, боковая. Вей 69. Ой, как хаета. Дирижер по винтам крадется. Выход, ну да, практически перестрелял Твиня своего оппонента. Моментальная холопас, медла, и это минус. Ну, 8-3. Я согласен с тобой, то, что Тима Экспресс гораздо сильнее на уровне. У них опыта больше. Да, даже чем так могу предыдущие соперники форматов, но пока что мы видим 8-3. Пока что да. Есть неплохая перестрелка, но тем не менее, ребята пока что не могут удержать. А Дазл-то сразу залетел, но там Рензо вместе с Вейком. Дирижеру позволили пройти на перемычку. О боже мой, ну Лакост должен штрафовать, должна быть инфа, да. Отвешал. Отвешал по-царски просто. И хеллоу. Неужели это будет 9-3? Не знаю. Хеллоу сейчас может потеть. Ладно, уже остывает. 9-3. 9-3, ребята. 9-3. Экспрессы. Ну сейчас ладно. Экспрессы соберутся, будет камбэк из Реала, просто 9-9, и потом ребята под опытом. Тоже камбэчить некуда, я не знаю. Если они реально закамбэчат, я не знаю. Я полтос рандомного человека кину насчет серьезно. Если вот такой серьезный камбэк будет, но пока что его не происходит, а Тренда только первый минус на хае. Сразу Твайс сел попой на хаешку его, да и даблкил. Не заставляет себя долго ждать, проходит через... Уже в тэшку заходит, а сзади-то смогут его резануть. А нет. Пока что дирижер вместе с хеллоу. Обороняется очень хорошо, Дазл также вступает в борьбу, и ситуация становится 2 в 2. На карте... Ну что ж, Максимка, какие шансы? Не знаю. Пока что у нас вдвоем остались форматы и вдвоем остались экспрессы, но хеллоу у нас накоцаны, а вот форматы оба фуловые. Но голова, в принципе, решает многое в поинт-бланк. Выходит у нас Вейк с винтов, потихоньку немного пошумел, там дирижер под альфой, хеллоу ставит банку по лапню, и Вейк остается один против двоих своих оппонентов. Неужели нету инфы никакой у дирижера по Вейку? Не знаю, 78 хп, Вейк играет довольно-таки агрессивно. Вообще даже не боялся, то, что его хеллоу может обойти где-то с перемычки или что-то в этом роде. Ну, садится на дефьюз. Если еще сейчас успеет дефьюзнуть, я просто буду кричать, визжать, не знаю. Не-не-не, он мог бы успеть дефьюзнуть, но он все-таки сорвал этот дефьюз. И тут уже дирижер может, на самом деле, по спине отработать, но свап! 14 хп, неплохо. Ну, это дирижер, да.
Ну что, вот тебе, пожалуйста, это пока что не камбэк. Это пока что не камбэк. Ну, это первый что... шаг. Первый шаг. Первый шаг, да, я не спорю, но. Первый шаг важен, но остальные шаги тоже. Ведь продвижение, оно такое. Коварная. Ну, посмотрим, как ребята у нас будут действовать сейчас. В принципе, Twice у нас активная перестрелка против фейков Тэшки есть. Хлол, опять же, работает у нас по мосту. Здесь Лакосты будет принимать своего оппонента. А Пуш тем временем минус по вейку. Есть у нас небольшой размен. Лакосты готовятся к приему. Даже уже пытается поджимать. Да, хорошо, есть встреча с Хлол, но перестрелка. И Хлол вырубает Лакосты из этого раунда. Стягивается обратно к своей респе. Пуш пытается что-то сделать в Тэшке. Здесь Рензо играет довольно-таки агрессивно. Есть перестрелка. Стрелка, хорошая банка от Рензо. Хорошо, и позиция на карте опять же у нас разворачивается 3 в 3. Хеллоу, Дазл и Дирижер остаются втроем против Рензо, Твиня и Лапень. Ну, Дазл отправляет Рензо на бочки, и Твиня с Лапнем остаются вдвоем против троих. Мне кажется, это будет пятый раунд в копилке коллектива Экспресс. Ну, посмотрим. Да. Да, пятый раунд. Пятый раунд. Неплохо. Сейчас ребятам просто нужно дико поднапрячься, идти камбэчить просто до допов. И не делать вообще никаких отступов, никаких ошибок, ничего. Просто обязаны так работать ребята. Если же они смогут это сделать, то просто красавцы. Там на допах можно вполне победить. Рензо... Но они сейчас поджимать начинают. Это очень дикая ошибка с их стороны. Очень дичайшая прямо. На самом деле, извини то, что перебил, Максим, но правда. Да, тут... это то, что перебил-то ладно, но вот остается у нас дирижер рыдовый уже. В спину заходит Лакост, и тем временем, ладно, дирижер на приеме, есть минус по Лакосту. Ребята сейчас будут моментально работать под Бето. Бето у нас вообще вся пустая, там вообще никого нету. Нет, вот сейчас Твиня стягивается, но 19 хп, с 19 хп разве можно побороться против фуловых? Ну, хотя, в принципе, да, можно, но это надо иметь неплохой аим. Дазл вырубает Твиню из этого раунда. Остается Вейк и Лапень вдвоем против четверых своих оппонентов. И что-то здесь попахивает шестым раундом в копилке коллектива Экспресс. Но у нас остается еще Вейк. В принципе, 8-3 его стата в этой игре. Есть неплохая перестрелка. Вейк забирает Пуша. Есть далее перестрелка. Банка по дирижеру. Это что вообще? Какие минуса выдает? Где же Лапень? От Лапы нужна хелпа срочная просто. Он его ждет как раз. Они продвигаются потихоньку, маленьку оба. Да, Вейк решил сразу на дефьюз сесть, неплохо накоцал. Если еще будет заходить при заходе, боже мой. Надо только мост прочекать. Дазл, да, все-таки дает этот минус, и Вейку придется заходить и уже крушить своих соперников. Но тут, да, на развод решили сыграть. Вейк, отлично, отлично, ну спрятался, спрятался, увидел все-таки. Нет, хеллоу. Хеллоу. Еще три раунда, ребят. Три раунда возьмите, да. И все, и это будет камбэк, у нас доп. И вот это да, уже будет камбэк. Истинный камбэк прям. Ну что, вот экспрессы сделали уже три шага навстречу камбэку. Посмотрим, смогут ли их остановить форматы, или же у нас будут здесь допы. Дирижер опять же пытается проходить у нас уже по винтам. Давайте за ним понаблюдаем. В руках УА-93, фуловый, там Твиня готовится принимать. Но пока что дирижер у нас как-то захолдовался, потихоньку что-то откидывает хае и стягивается обратно на мид. Будет здесь работа, скорее всего, определенно под бету. Хлоу, опять же, против Лакосты. Вечное соперничество на этом мосту проклятом. Рензо выдает опенфраг по Твайсу. Пуш остается один в тэшке. И Дазл стягивается также на мост. Дирижер по-прежнему чекает винты. Не выпускает его от Виня под альфу. Тут под бет у нас очень большое смещение делать. Да, вот Лапа тут как раз спалил дотла дирижера на хае. В итоге у Лакоста еще, кстати, очень мало... ХП, семерка буквально-таки в запасе. Пуш у нас находится в тэшке, видимо, успели прочекать, да? Да-да-да. А пуш у нас, да, у нас пуш очень-очень-очень как-то... Еще и успел выйти, дирижер должен был минусовать. Ой, дирижер, Вейк, извиняюсь. Вейк должен был минусовать, что и происходит. И остается последний хеллоу вместе с Дазлом. Хеллоу просто отлетает от руки Твини. И последний у нас Дазл. Олег, что ты нам покажешь, Рензо? Видимо, на нож пытается его взять или... Или на пистолеты, без понятия. Да, пытаются запитонить уже на нож. Просто нагло идут и Лапы заканчивают наш сегодняшний игровой день легендарного дивизиона. Да. 10-6.
10-6, ну что, ребята молодцы, большие молодцы, просто перед коллективом Формация снимаем шляпу, и перед коллективом Экспресс то же самое, показали нам хорошую игру, форматы еще и в предыдущей катке, тоже неплохие минуса, очень хорошо отыграли, в общем, коллективы сегодня просто красавцы, большие. Сейчас мы с Максом еще с вами тут немножко поля-ля и уже пойдем отдыхать. Макс, как тебе игра и вообще сегодняшний день? Я думаю, будет все-таки зрелищней. Будет зрелищней, прям вот не нарадуюсь. Но все-таки вот единственное, это последняя игра. Вот на самом деле, потому что экспрессы показали такой камбэчик. И не вот хватило тут... тебе хлеба и зрелищ? Мне этого хватило вдоволь, учитывая там вспомнить, какие минуса и какие огороды собирали игроки. Это да, это просто шикарно. Что на ДЦ от трактора, что на люксе у нас от Рензо в спину обошел, разобрал. Просто шикарно. Неплохие минуса, очень хорошая игра. Экспрессы показали достойное противостояние своим оппонентам. Ну что ж. Сегодня очень все продуктивно прошло. Вы там, надеюсь, успели что-то подкормились из чата. Если вы нашли все-таки, где Макс вас кормит, где кормушку он вам обосновал. Да. Вот. Пофанились, замечательно. Я думаю, мы сделаем с Максом и с Германом так, что не будем сидеть тупо под музыку постоянно, а пойдем пофаниться, а потом сколько-то там минут посидим под музыку, готовность коллективов и будем начинать. Всем... А разве у нас будет четвертая игра? Нет, я в смысле вообще в дальнейшем, дальше мы так будем постоянно делать. Это да. Да, вот такая тема. Ну что, ребят, всем огромное спасибо, кто сегодня присутствовал на Твиче, кто наблюдал за всем этим делом, кто болел за свои любимые команды. Вы просто огромные молодцы, кто с нами пофанился, тоже, ребят, красавцы. Всем огромное спасибо, сегодня для вас работали я, Максим Чейф. Я Максим Шустрый. До скорого, дорогие друзья. Пока-пока.